Всем привет! Курсанты нашей школы Академия настолько сильно любят Hornet, что искатали всю резину. Сами понимаете, что сейчас с европейскими брендами довольно-таки стало очень тяжело. И мы решили взять на тест китайскую резину King Tire, которую нам любезно предоставила компания BikeLand, наши друзья. Итак, мы установили резину King Tire модели K905, сзади размерный 180 на 55, а спереди 120 на 70. Это спортивная резина полуслики, предназначена она для спортбайков, а также и для скоростных дорожных мотоциклов. Наши курсанты уже успели оценить достоинства этой резины. Это отличная управляемость, хороший держак, при этом даже с учетом изменения погодных условий. То есть они смогли выполнять те же упражнения, которые выполняли на сухом асфальте во время дождя. Резина двухкомпонентная, середина мягкая, бока еще мягче, хорошо удерживает даже сильные наклоны. Вот те самые канавки, которые позволяют сохранить отличное сцепление резины с асфальтом даже во время дождя. Индекс скорости у этой резины 270. В принципе, она не должна расслоиться даже на очень высоких скоростях. И подводя итоги, китайская резина King Tire нас приятно удивила, как качеством, так и ценой. Где-то приблизительно на 20% она будет дешевле европейских аналогов. Кстати, также скажу, что компания BikeLand привезла довольно-таки большой объем резины на разные типы техники. Эндуро, круизер, спорты, дорожные мотоциклы, ну и, естественно, разные размеры. Резина хорошая, Академия рекомендует. Oh!